Так, друзья, всем привет! Ну вот и пришел долгожданный день, много кто его ждал, суббота. И сегодня будем взвешивать трех поросят и узнаем вес трех поросят. И также узнаем, кто победил и угадал, какой вес в трех поросятках. И я вам скажу, те победители, которые победили, этих трех поросят, что сейчас взвесим, я их отсажу отдельно. А тех, пускай еще кормят. Можете проезжать хоть завтра или послезавтра забирать своих поросят. Но это мы сейчас взвесим трех. Потом, ну это для вас это секунда, для меня переберу все эти тысячу там с чем-то комментариев. Выберу, кто угадал. Это все надо смонтировать и выложу. Видео вы будете смотреть вечером. Сейчас я включу на телефоне в интернете, какой сегодня день, а то начнут неизвестно, в какой день ты их взвешивал и так дальше. Я специально, чтобы взвесить в субботу, как и говорили, потому что многие писали до субботы примерно, сколько веса наберет. Сири, какой сегодня день, дата и число? Сегодня суббота, 10 июля 2021 года. Ага, вот так. Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, что выиграет трех поросят породы дюрков? Извините, не можно. Ты не знаешь, что победит? Извините, не может. Так, ну все. В принципе, все рассказал, показал. И следующий, друзья, розыгрыш. Ну, сейчас разберемся по этому розыгрышу. И я думал, когда выкину видео, ну будет желающих, ну пускай там 200-300 комментариев, ну максимум. Ну 1000 с чем-то, это для меня уже что-то, их пока переберешь. Ну будем перебирать не спеша, все, чтобы точно забрали те, кому кто угадал. А в следующий розыгрыш, я думаю, будем взвешивать уже Борю. Борю взвесим в ящику и узнаем, какой Боре вес. Ну это уже будет в следующем. Так что, что сказать, желаю вам всем удачи, всего самого наилучшего. Это видео монтировать не буду, сейчас сразу покажу дюрков, оттарим ящик и погнали дальше. Вот смотрите, сами дюрки, вот они. Я буду брать крупных, ну то есть крупных. Это вот хороший такой, рядом хороший. А не, вот этот хороший кабанчик, он спит под стенкой хороший, ну еще хороший. Они то примерно одинаковые, но просто что выберу, какие более-менее крупные. Выберу самых крупных, он, наверное, два спят. Нет, там один, вот это второй, а вот это вот третий в корыте. Вот так и сделаем. И кинем на весы. Кинем на весы. Вот тут я уже наготовил сам ящик и сами весы. Будем пробовать. Это я набрал свиноматку, отвлекающий маневр сделать. Так. Сейчас закреплю эту камеру все на держатель. Вот так. Вот. Сейчас сюда надо закрутить. Даже крутить буду камеру и не буду видео останавливать и монтировать, чтобы все было в одном кадре. А то у нас есть такие, то это развод, то это еще что-то. Вот так. Вот так вам будет видно и меня, и весы. Включаем весы. Так. Нули. Кладем ящик на весы, на нули. Вот так. Все, ящик положили. Ящик получается у нас 19 килограмм,
Нажимаем на ящику. Вот 19380. Нажимаем тару. Поставили нули. Ставим сюда камеру напротив весов. Напротив весов вот так вот. О, вот так, да. Смотрим еще на часах. Суббота, 10.07. Час дня. Ветер дует, грамки. Ну что, погнали? Погнали наши городские. Сейчас отъем сделаю. Отвлеку свиноматку. На, Рыжа. Сейчас, друзья, будем хватать. Отвлекаю их, чтобы не видно верещали. А то начну сейчас так кричать. Отвлекаю. Сразу всем дам. Вот так. Так. Где тут крупняк? Вот первый. Вот первый кабанчик. Ну, видно, что кабанчик породы дюрок. Оп. 8200. Так. Следующий, сказал следующий. Тикай, 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 тикай. Малышня, тикай. Следующий кабанчик. Породы дюрок. Им еще месяца нет. 17300. Это в двух. Ходят 17100. Так, дальше кидаем третьего. Кто же победил? Та 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 ра да 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 ра да. Пошел по дюрка. Да, крупняк, крупняк. Крупняк. Следующий крупный кабанчик. Так, тихо. Детвора. И такой вес, что не сильно много писали, такой вес. Три кабанчика. 23 700. Есть. 23 700. Да, 23700. Они-то бегают. Ну, тихо, тихо. Давайте 23650 точный вес. Так, тут 23700 или 650? Короче, 23700. Делаем. Все, останавливаем на 23700. И сейчас я буду смотреть, кто угадал вес. Переберем. Сейчас позвоню жене, она на работе в магазине. Если там нету покупателей, пускай сидит, перебирает, скриншотит и мне отправляет скриншоты. И потом будем. И я с своей стороны все пересматривать, она со своей стороны. И так определимся. А этих поросят у меня места нету в сараях, куда их деть. Я их пока положу
посажу в курятник, там у меня есть загородка забетонирована маленькая. Их туда и ждем вас завтра, послезавтра. Приезжайте, забирайте, кого объявим. О, 23 600, ну 23 700 по-любому выходит. 23, еще и вес неплохой. Так, друзья, ну, долго-долго искали, кто же победил. И, короче, получается, я на компе тоже долго, я тут уже скриншоты поделал. Короче, смотрим вот на телефоне. Точно угадал, смотрите. Сейчас, так. Вот, Денис Естюгин, два дня назад написано сообщение. Добрый день, с меня подписка, смотрю давно, но чего-то не подписался. Молодец, бачите, правду написал. До сих пор, с вашего позволения, тоже поучаствую в розыгрыше. Я думаю, вес троих поросят 23 700. Вот, точка в точку попал, 23 700. Все, тут больше таких близких к этому не было. И дальше, сейчас я вам покажу, еще один есть у меня. Саня Новиков. Саня, ты не выиграл. Так что, вот так. Так. Сейчас. Дорофей, Андрофей, Ерофей не выиграл. Так, а где же? Сейчас тоже на 10 грамм ошибся. И, друзья, вот кого я сейчас зачитал, покажу. Ну, вот так, 1000 с чем-то комментариев надо. Молодой фермер тоже не выиграл. Так. Короче, не так тогда будем. Я сейчас не так покажу. Так, Вайбер. Сейчас, Вайбер. Я тут скриншоты просто поделал. Ну, вернее, жена мне поделала и отослала. Вот, смотрите. 23 690 Сергей Калашников. Три дня назад. То есть он написал, вот этот Сергей Калашников, три дня назад, когда вышло видео. 23 690. Молодец, Сергей Калашников. Поздравляю тебя. Ты выиграл кабанчика породы дюрок. Напиши со своего аккаунта номер телефона. Я тебя наберу, перезвоню и договоримся, когда приедешь забирать. Раз. 23 700, ну понятно, я уже говорю, Денис Естюгин, добрый день, с меня подписка, я это читал, тоже напиши комментарий с этого аккаунта и номер телефона, я тебе перезвоню, заберу своего кабанчика. И третий, два дня назад, Дима, английскими, привет, Стас, вес кабанчиков 23 800, но жена моя перебрала 23 800, их там человека 3 написала ответ. И она выбрала Диму, я не знаю, или по, типа, кто первей написал, ну, такое что-то. Она выбрала вот этого Диму, два дня назад. И это два дня назад, Естюгин. А три дня назад, Сергей Калашников, первый на 10 грамм. Победители, поздравляю, напишите свои комментарии. И с номерами телефона я перезвоню и договоримся, когда будете забирать. Так что, друзья, так, смотрим вот этот канал Водолага Стасян. Мне уже YouTube дал галочку, проверил мой канал, что все нормально, что я есть автор канала. И вот этот значок галочка, это вот YouTube. Они как-то там его перепроверили и дали вот эту галочку, что канал проверенный. Ну, как-то там по-ихнему называется, но я по-простому проверенный. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. И комментарии будут идти еще очень-очень долго, потому что идут каждый день комментарии на этот розыгрыш. Ну, уже все, вот это все видео. Поздравляю победителей, кто не выиграл или был близок, ну, что я сделаю. Три победителя реально я вам показал. Пускай они приедут, спросим у них, как они догадались, как высчитали, как угадали, откуда они, что и как. Это все расспросим, кто приедет. А так, следующий розыгрыш, будем взвешивать Борю. Борю в ящик кинем и будем угадывать вес. Ну, когда будет, не знаю. Ну, короче, вот так. Всем спасибо за внимание. Вот мой канал. Подписывайтесь, кому интересно.
проверяйте колокольчики и так дальше. Все, всем пока!